10 утра субботы, и мы вернулись в музей стрит-арта. Здесь что-то явно происходит. Эпиланс. У меня была такая кассета. Я ее купил в день релиза. Да, от начала фестиваля еще 2 часа. Нашествие роботов. Сегодня будет довольно безумный день и, скорее всего, 2 эпизода влога. Один из них официальный, второй, как все было на самом деле. Свежий питерский дождик. Такая морось на троечку. 1,5 часа до открытия. Все мечутся и бегают, как будто это конец света. Мы не мечаемся и не бегаем. Мы ищем кофе. А как они летят, да? Да. Должна была наброситься на него? Давай, летим. Ой, я могу, посадить, да? Кофе-фе. Зоне большого фестиваля. Чтобы попасть сюда, нужен секретная комбинация из браслетов. Оранжевых браслетов сначала не было, поэтому мы получили фиолетовый и написали на нем. Добавок браслета еще нужен бейдж с роботом и собакой-стрелкой. Слева от меня еще более VIP зона, где берут интервью у знаменитостей. Безумие началось. Создатель черепашек-ниндзя. А вот эта очередь, чтобы попасть к создателю черепашек-ниндзя, уходит в бесконечность. Телефону пытаюсь, да, добраться, выпал. Мадары, лезвием топора, рассекающие, в основном в шею идут, вот, раз, два. Побегать?
сложность, поскольку деньги приходят небольшие, деньги приходят слишком поздно, постепенно угасает из-за этого энтузиазм. Безумный день, без особой четкой структуры. Доступ к кофе несколько ограничен, но обратите внимание на эту исконно руссконародную чашку кофе. Вещи, которые произошли сегодня. Полетали дроном. Встретили мою сестру и племянника. Мой троюродный брат успел сыграть на сцене. Главная загадка на сегодня – что это? Сейчас мы пойдем еще посмотрим на дни романов Феофана и, может быть, еще немножко полетаем дроном. Большой! И под наши аплодисменты! Молодец! Будем петь, хохотать, да безудержно плясать. Медведь! До меда до чего охочу. Бывало идем, значит, польста, а к салату вас нет простую. Вроде сыт мохнатый, вроде кости целые. Фео, Фан, Фео, Фан, море всяких. На сегодня подходит к концу. Золото надежно спрятано под полиэтилен. Рули, рули, маши руками. Это поле, это поле.